Ну что ж, ребята, всем здорово, и как раз в честь 2000 подписчиков решил сделать вторую часть вопрос-ответ. Два шорца и один пост, как вы знаете, написано «пишите вопрос-ответ», и как раз некоторые вопросы были написаны, и как раз я буду их там брать. Но перед тем, когда я буду отвечать на ваши вопросы, я отвечу на главный вопрос по поводу Steven Universe фильм. Почему я начал делать и сколько это вышло? Так что погнали отвечать на вопросы. Ах да, давайте включим музыку. Так-то лучше. Итак, «Грехи и ляпы» Steven Universe фильм начинается, а именно с 30 июня 2023 года. И это продлевался с июня до августа, а именно написать сценарий. И вышел где-то полтора месяца. Если я вас удивлю, их страницы было 52. И по идее грехов должно быть 1185, но получилось 1228. А на озвучку хватило 1 месяц и 4 недели. А скачать мемы пришлось где-то 2 недели. Вот итог, сколько я делал Steven Universe фильм. Полгода! Да, полгода! А именно с июня до ноября. И, конечно, я готов ответить, почему я начал делать Steven Universe фильм. Первая, основная причина, это просто начать делать полнометражку. Да, ребят, как вы знаете, я уже делаю много сериалов. А именно, много-много сериалов 2D. И как раз я хочу сделать полнометражный фильм в виде 2D. Реально. Я же реально хочу сделать полнометражку. Раз я сериалы могу делать, так что попробую в полнометражке. Вторая причина – это недостатки ляпов. Если вы, наверное, подписчики Долбека, то вы должны знать, что он набрал 31 ляпов «Грехи и ляпы». И как раз я хотел дополнить какие-то ляпы, которые он пропустил. И вот сколько я ляпов нашел. Поэтому, Долбек, не обижайся, я не знал, что я только найду ляпы. Третья причина – это побить рекорд. Да, ребята, только, пожалуйста, не сердитесь, но я очень хотел побить рекорд. Если есть подписчики не парился, то вы должны знать, что он в «Три кота» и «Море приключений» нашел много ляпов. И как раз я хотел побить рекорд. И я его перебил рекорд. Как раз подошел вопрос, почему я на спине не оставлю по поводу удлинения тела. Все из-за ради рекорда. Да, ребят, на самом деле я просто хотел побить рекорд, поэтому мне и понадобились грехи на спинеле. Так что, ребят, не сердитесь, в том числе не фарил, просто не сердитесь. Я ради рекорда хотел, ну и ради хайпа. Ну все, я ответил на вопросы по поводу Steven Universe фильм, ну а теперь погнали начинать на ваши вопросы отвечать. Когда выйдут грехи следующей серии «Смешарики. Новые приключения»? Да не знаю! Какой твой любимый злодей из Стивена Юниверс? Никакой, потому что там нет злодеев. Реально. Бывают такие злодеи, а потом переходят на добрую сторону. А я это не люблю. Поэтому я хочу таких злодеев, которые никто не перейдет на добрую сторону. Так что нет любимых злодеев, Стивен Юниверс. Ты смотришь RAD-21 или GAN-13? Ну, я GAN-13, я не знаю, кто это, но вот RAD-21 смотрю. Он, кстати, легенда. Какой твой нелюбимый персонаж из «Шумного дома»? Никакой. Ты играешь в Бенди? Я вообще-то не играл в эту игру. Хотя, если я попытаюсь, то я могу сыграть эту игру. А вы будете делать совместное видео со Старарсом? Ну, сначала надо договориться со Старарсом, хотя нет. Сначала наберите это видео со Старарсом, а дальше мы подумаем, будем делать или нет. Почему в каждом сорте вставляешь одни разы пины? Ну, потому что так делать сорт не нравится, а так нравится. И вообще пины для меня как украшение. А ты знал, что Гамбл ДТП родился 9 ноября, а ты 6 ноября? Конечно знал, он же в вопрос ответе сам сказал. Ну и конечно я его старше его. Убери счетчик мемов. Никогда. Будет ли третий канал? Никогда. У тебя есть монетизация или только с Бусти? Вот наберите 4000 часов просмотра, и тогда будет монетизация, а так все с Бусти. Сколько ты хотел подписчиков на следующий год?
5000 подписчиков хотел. Что будет с будущим с каналом? Да не знаю. Что ты думаешь о шортсах? Да не знаю. Будут ли новые контенты, кроме грехов и ляпов? А будут. Это блокированные серии с умного дома, все плюсы и минусы Капхада Соу, интересные факты о Харлеме Верахсона и разоблачение на Симбочку Пимпочку. Ты не боишься страйков? 50 на 50. Будут ли отрывки из видео с ТикТока или только шортса? Только шортса. Ты не устал делать грехи и ляпы? 50 на 50. Хотел бы сделать больше рубрики? Хотел. А ты в каком классе учишься? Ну, в первом курсе, если ты студент. Есть девушка? Нету девушки. Чем занимаешься, кроме Ютуба? Работаю и учусь. Как ты относишься к Астерасу? Нормально отношусь, как к партнеру. Какая любимая и нелюбимая серия Капхада Шоу и Мой Шумный Дом? Ну, Капхада Шоу есть любимые и нелюбимые серии. Вот любимые, а вот нелюбимые. У Шумного Дома есть любимая, а вот нелюбимых нету. Вот любимые серии. Каких исполнителей ты слушаешь? О, вот исполнителей очень много. И даже есть любимые артисты. Так что готовьтесь. Так, Король и Шут, Битлз, Дафт Пинк, Пантера, Металлика, Статик Икс, Линкин Парк, Квин, Саундгарден, Грандерис, Роксета, Нирвана, Киев, AD/DC, Guns N' Roses, Роллинг Стоунс, Краш Торрес, Сектор Газа и группа Кино. Так и жанр музыки слушаю рок-н-ролл и метал. А какой жанр музыки слушаете? Напишите в комментариях. Почему сервер называется T-Lag? О, ты походу английский не учил. T-Lag. Вот так правильно называется канал. Так что учи английский. Как относишься к Мансуру 190? Нейтрально. Главное, что у меня не копировал. Что было в твоем первом канале Воду 20? Да так, разные скетчи, Лунтик и так далее. Ну а сейчас на данный момент не сохранилось ничего. Эх, жаль, я бы мог показать вам. А ты что, в превью начал добавлять людей? Ну конечно да, начал добавлять. И так с будущим превьюшки. Но почему начал добавлять? Все благодаря одному превью, который вы и так знаете от кого. И я решил то же самое делать. Уже теперь по частому виду. Почему любишь Луну и Сэм? Ну потому что мои любимые персонажи. Ну не из-за пары, а их характеры. Ну а так, это мои любимые персы. Какая реакция была на его уход не парился? Грустная. Да, ушел не парился. Не только с канала, но и с карьеры блогера. Какой мультфильм ты ненавидишь? Да не знаю. Верни старую шапку. Никогда. Ты реально хочешь сделать все грехи всей серии этого мульта «Шумного дома»? Конечно, да. Да, это очень много сезона, но я осилю. Конечно, где-то осилить надо, но это не важно. Ну а теперь заключительный вопрос. Относишься к «Шумному дому», плюс Касагранте, плюс Я Николя, Гули Герл, сестры, необычная семья и папины дочки. Скажу одно слово. Нормально. Все, вопросы окончены. Теперь пора показать нового перса. Та-дам! Айриш Какао. Мой новый персонаж с моего канала. Про его инфу расскажу все в посте. Ну все, ребята, я ответил на ваши вопросы. И, конечно, не обижайтесь за то, что я не ответил еще вопросы. В третьем выпуске я отвечу на ваши вопросы. Итак, следующий вопрос-ответ будет в 3000 подписчиков. Так что подпишитесь, и будет быстрый вопрос-ответ номер 3. Ну а так, ребята, всем пока!